высокоточным поражением, уничтожением диверсионной группы управлял Геннадий Александрович Полчевский. И вот его именем и был назван этот овраг. Поражена молнией. Ну вот тут до сих пор даже, да, вот деревья снизу вот обгорели. То есть вот сюда приходился центр поражения. Вот. И вот эта диверсионная группа из элитной дивизии Германа Величина таким вот высокоточным поражением была просто испепелена нахуй.